всем миром понемножку, по маленьким крупицам проложим мы дорожку к счастливым детским лицам. Ведь каждый может просто тепло дарить ребенку, рассказывать о звездах, смеяться вместе звонко. Пусть станет меньше грусти на планете. Давайте помнить, всех важнее дети. Поступки твои границы добра расширяя, в маршрутах земли от самого края до края и сердце внутри делами благими сияет лучи янтари, как крылья твои вырастают, шаг делая навстречу, рукой сжимая руку. Мы помогаем вечно знакомому и другу. Кто плачет, улыбнется и в сказке растворится, с надеждою проснется и солнцем заискрится. Пусть радужная нить добра и света объединит, подружит всю планету. Поступки твои границы добра расширяя, в маршрутах земли от самого края до края и сердце внутри делами благими сияет лучи. Твои вырастают, поступки твои границы добра расширяя, в маршрутах земли от самого края до края и сердце внутри делами благими сияет лучи янтари, как крылья твои. На Беларусь 4 прямой эфир. Наш телефон в студии 34-22-43. У нас также есть Viber, и мы будем очень рады, дорогие друзья, если вы присоединитесь к нам в прямом эфире. Дело в том, что сегодня, 5 декабря, во всем мире отмечает Международный день добровольцев. И наша программа, конечно же, поздравляет всех добровольцев, всех волонтеров с этим праздником. И вы знаете, вот пользуясь этим случаем, конечно же, хочется сказать огромное спасибо. Огромное спасибо всем, кто... Вот, у кого есть стремление? Стремление сделать этот вот мир, наш мир, лучше и добрее. Кстати, предлагаю присоединиться и вам, дорогие друзья, к этим поздравлениям по телефону прямого эфира или в Вайбере. Кстати, сегодня у нас в гостях певец Виталий Сычев, и это не случайно. Вот эта песня «Поступки твои». Добрый вечер, да, Виталий. Вот эта песня настолько вот она вдохновляет, душевная, и она как раз-таки, мне кажется, говорит о том, что мы, наверное, должны думать, какие поступки делать. Я хочу сказать, что вообще изначально эта песня была написана как гимн добрых дел. Вот, вот как раз-таки этот гимн добрых дел, мне очень нравится, что он сегодня звучит именно в этот праздник в прямом эфире. Мне кажется, все согласны с этим.
Ну, то, что, дорогие друзья, вот то, что Виталий сегодня у нас в гостях, это не случайно. Потому что во всем мире, во всех вот странах именно музыканты являются вот теми самыми активными благотворителями. Да, выбирают для этого самые разные способы оказания помощи. Вот очень интересно твое мнение. Вот да. Как ты относишься к благотворительности и вообще, что для тебя это значит? Я положительно отношусь к благотворительности. Это такое, скажем, дело нужное и важное. Что же касается благотворительности, то я думаю, что это добровольное пожертвование, финансовое либо материальное, то есть нуждающимся, ну, конечно, для каждого человека в актуальной сфере. Вот интересно, ты часто делаешь подобные пожертвования, скажем, ну, денежные или, может быть, какими-то делами другими, там, жертвуешь своим временем свободным, вот ради кого-то? Я, как вы уже и раньше сказали, то есть, в принципе, хочу ответить, наверное, за всех артистов, потому что артисты сами вносят вот эту благотворительную нотку во все мероприятия, которые проводятся с их участием, а также сольные концерты, которые помогают собирать внушительные суммы на благотворительность, вот, я не исключение. Скажи, когда-нибудь пробовал быть волонтером? Есть подобное что-то в твоей вот биографии? Или нет, волонтером я не был, но для меня делали сольные концерты, мои сольные концерты организовывали. Это была серия концертов «Мечты сбываются», в том числе я концерт прошел, даже два. Один прошел, а потом на бис, значит, в Гомеле. Вот, мы собирали канцелярию, детскую одежду, собственно, подарки для детей из детских домов. Концерты прошли отлично, но, к сожалению, кстати, у меня был и негативный опыт, так, связанный с благотворительностью. Так, немножко дегтя, скажем, да. В Жлобине, в городе Жлобин, наша, кстати, Гомельская область, должен был пройти мой концерт с Виктором Шишко. Вот, для сбора средств на лечение Тимура, одного мальчишки. Вот, и было приложено там массу усилий организаторами для того, чтобы концерт состоялся, но, к сожалению, его пришлось отменить, потому что люди не поддержали вот эту инициативу нашу. Деньги не были собраны, само собой, и родители, конечно, Ну, я сетовали на то, что так получилось, они очень верили в то, что получится собрать средства. Такую историю, честно говоря, слышу первый раз. Скажи, да, пожалуйста, Виталий, есть ли у тебя среди друзей волонтеры? Ну, так вот сказать прямо не могу. Ну, вообще, мне кажется, волонтеры — это вообще поддержка и помощь в целом. То есть ты можешь сегодня вот поздравить всех их, пользуясь случаем. Мне кажется, всем волонтерам будет приятно. Виталий Сычев поздравляет всех. Я поздравляю вас с этим замечательным праздником. Желаю вам оставаться такими же оптимистичными, добрыми, отзывчивыми. И пусть ваш труд радует в лице детей и тому, кого вы помогаете, вас. Спасибо. Дорогие друзья, вот как понимают благотворительность белорусы? Доверяют ли благотворительным организациям? И вообще, на что готовы жертвовать? Вот впервые подобные исследования провели в этом году общественная организация Белорусского Красного Креста и компания «Сатио». В ходе проведения онлайн-опросов среди населения, представителей малого и среднего бизнеса, общественных организаций и крупных благотворительных фондов стало понятно, что под благотворительностью в нашей стране понимают практически любую безвозмездную помощь, в том числе пожертвования в храмах, сборы, например, на ремонт в школах или детских садах. При этом большинство предпочитает жертвовать напрямую нуждающимся и меньшая доля через благотворительные и общественные организации. По статистике, 9 из 10 белорусов хоть раз в жизни оказывали безвозмездную помощь. И чаще всего из-за сострадания или желания сделать мир лучше. А вот реже причиной благотворительности в нашей стране, опять же, по статистике, становится пример знакомых или мнение «мои дела мне зачтутся в будущем». Вообще, тема волонтерства и благотворительной помощи сегодня является одной из ключевых в любой развитой стране. Ну, кстати, вот в Беларуси точное количество волонтеров неизвестно, но известно, что с каждым годом их становится все больше. Причем в нашей стране это в основном молодые люди, в отличие от Европы, где волонтер — это чаще человек пожилой. На Гомельщине самое большое волонтерское движение — областная организация Белорусского общества Красного Креста, которая насчитывает более 2000 добровольцев. Вот как стать волонтером Красного Креста, расскажет председатель Гомельской областной организации. У нас на связи, на телефонной связи Алла Смоляк. Алла Викторовна, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Вы знаете, программа «Добрый вечер, Гомель», телеканал «Беларусь-4», ведущая, да, Наталья Волынец. И вот мы, пользуясь случаем, все зрители наши, все телезрители, мы хотим поздравить вас и вашу организацию вот с этим замечательным праздником, Международным днем добровольцев. Вот эти аплодисменты. Спасибо. Да, для вас. Скажите, пожалуйста. Спасибо. Алла, спасибо огромное
Наталья, спасибо огромное. Все те, кто находится в студии, телезрители, действительно, у нас в области 2453 человека. Это наши волонтеры, из которых 1800 – это молодежь. Так. И 653 – это пожилые волонтеры. А вообще сложно стать волонтером вот в вашей организации? Ну, волонтером стать несложно. Главное, чтобы твое сердце было гуманно, и оно отдавало то тепло, которое ты подаришь последующим людям. Так как у нас планы большие, у нас много направлений деятельности, и каждый обратившийся к нам молодой человек, либо это среднего возраста, либо пожилой, он может найти свое применение в нашей деятельности. Это и уход за престарелыми, это и служба реагирования на ЧАЭС, это волонтеры, например, в беспрерывной терапии при заболевании туберкулезом. Вот. Различные направления, это все очень интересно, как молодым, так и пожилым нашим золотым волонтерам. Золотым волонтерам, здорово. А скажите, вот, пожалуйста, я знаю, что сегодня в Гомеле вот состоялась конференция волонтеров Красного Креста организации. Вот очень интересно, были ли там, выбирали ли там лучшего волонтера? Вообще поделитесь своими впечатлениями. Действительно, сегодня прошла конференция волонтеров, на которых были приглашены 24 районных волонтерских совета, один областной волонтерский совет. Сегодня избраны новые ребята, новые делегаты, которые к нам приехали изо всех уголков Гомельской области. И состав районных волонтерских советов у нас 150 входит волонтеров, а в областной совет 10 человек. И избрали нового председателя волонтерского совета. Он уже магистр с высшим образованием. К нам пришел молодой мужчина, который будет непосредственно заниматься нашими направлениями деятельности волонтерского движения. И мы полагаем, с вливанием новых волонтеров, новых идей, наша деятельность станет еще более масштабная, широкая. А самое главное, она будет полезна тем людям, которые в ней нуждаются. Да, нужная и полезная. Спасибо большое, Алла Викторовна. Еще раз с праздником и хорошего вам вечера. Спасибо взаимно. Всего доброго. Дорогие друзья, о развитии волонтерского движения говорили с председателем Гомельской областной организации Красного Креста. Ну, на самом деле, наряду с крупными общественными организациями и фондами, благотворительностью на Гомельщине занимаются и простые люди, и медийные личности, и небольшие отряды добровольцев. Вот сегодня именно они у нас в гостях на Добром вечере. Волонтеры отряда «Открытые сердца» предприятия «Гомсельмаш» Сергей Михайловский, Виктория Авдеева. Это ребята, которые помогают детям-инвалидам. Мне кажется, они так заслуживают этих аплодисментов. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Вы уже извините, что мы оторвали вас от ваших волонтерских добрых дел. Хотелось бы также представить и Юлию Перегудову, мама двух детей, организатор благотворительных акций, которая активно поддерживает движение в защиту жизни против абортов. А на самом деле еще при всем при том, миссис Беларуси 2014. Да, Юлия Перегудова у нас в гостях. Юлия, добрый вечер. Сегодня в студию, дорогие друзья, я пригласила руководителя Гомельского социально-благотворительного центра онкологической помощи больным и их родственникам «Меридиан Надежды». Сегодня у нас в гостях Ирина Федорова. Добрый вечер. Ну и, конечно же, главный врач Гомельского областного онкологического диспансера, вот, которому помогает сегодня «Меридиан Надежды», это Дмитрий Лось у нас в гостях. Добрый вечер. Спасибо большое, что все сегодня вот собрались в этой студии. И такой вопрос, наверное, для всех. Вот мне интересно, кто рискнет начать и ответить на него? Как считаете вообще, о чем говорит вот эта самая тенденция в нашем обществе? Что увеличиваются благотворительные фонды, что увеличиваются волонтеры. Это вообще хороший знак? Или вот как считаете? Я считаю, что это хороший знак, потому что сама природа волонтерства заложена у нас, у белорусов, в крови. Вот есть такое понятие «толока». Это когда в старину люди собирались и путем взаимопомощи решали какие-то проблемы для своих соседей, своих родственников. Да? И вот это сидит у нас в крови, и сейчас люди каким-то образом пытаются тоже помочь своим собратьям, соседям. И поэтому это не только дань моде сейчас, но, скажем, наше наследие. Вот я бы хотела спросить, Ирина Павловна, вот как вы считаете, не кажется вам, что сегодня все-таки благотворительность становится слишком модным каким-то явлением? Я бы не стала связывать эти два понятия, благотворительность и мода. Почему? Потому что благотворительность – это прежде всего, на мой взгляд, это, ну, наверное, зов сердца. Это далеко от моды. К нам в нашу организацию приходят волонтеры исключительно
по зову своего сердца. Каждый приходит со своим запросом, со своей проблемой, со своей задачей, которую он решает в рамках нашей организации. У нас открыты двери абсолютно для всех. Это не только онкопациенты, это члены их семей, это их друзья, это знакомые, близкие, просто сочувствующие люди. Поэтому это, если подводить итог, это не мода. Это какой-то порыв душевный, сердечный, сделать хорошее, доброе дело. Вот мне интересно, ребят, Юля, вот что движет человеком, который тратит свое личное время на оказание помощи совершенно посторонним людям и ничего за это не просит, не требует и не получает, естественно? Вот что может двигать этим человеком? Вот ты работаешь в благотворительности уже много лет, больше 10, по-моему, да, занимаешься всякими проектами. Надо вот, подсчитать. Да. Ну вот расскажи, вот на твой взгляд, первое, что приходит? Вот ты же с этими людьми работаешь. Ну, во-первых, это люди духовные. Это в любом случае. Молодежь, пожилые люди, неважно. Кстати, благотворительность и волонтерство развиваются, как правило, в успешных странах. Так что это признак успешного экономического пути, да, нашей страны, правильного. Что касается... Есть даже медицинские исследования, кстати, почему люди занимаются полезными делами. И выработка дофамина позволяет им быть счастливее. Вот. То, что касается самих волонтеров... Виктория согласилась, надо же улыбнуться. Да, Виктория, вам позволяет волонтерство быть счастливым? Скажите. Ну, то есть, когда ты видишь радость детских улыбок, то есть те дети, которые... Им можно позавидовать, как они стремятся, как они улыбаются, веселятся. Не всегда здоровый человек может так улыбнуться и так тебе искренне ответить вот этим теплом, как этот ребенок. Но... Мне кажется, вот за этим должны такие аплодисменты последовать, потому что это настолько прям, да, вот по-душевному очень получилось. Дорогие друзья, вот очень интересно, а вот вы готовы ли вы заниматься благотворительностью и какой? Звоните в студию, пишите в Вайбере, поверьте, нам очень интересно ваше мнение. Юль, вот сегодня я уже сказала, ты активно занимаешься благотворительностью, принимаешь участие в самых разных акциях, проводишь, я знаю, даже лекции на тему семейных ценностей. Вот мне интересно, вот почему первая красавица страны решила пойти таким путем? Ведь были же наверняка предложения самые разные. Ну, более того, и конкурс красоты, в общем-то, был одним из шагов для укрепления благотворительной деятельности, которая уже происходила у нас с волонтерами. То есть ты до этого уже имела отношение к благотворительности? Нам не хватало желающих рук, где-то поддержки не хватало. И когда мероприятие, ну, в двух словах, до конкурса, в общем-то, я уже рассказывала историю, за пару лет до конкурса я была около 100 килограммов, поэтому про конкурсы красоты, да, никаких мыслей не было, но, слава богу, все равно получалось делать. И когда все произошло, даже мысли туда были как-то по решению мужа, это было участие, и я поняла, что даже если не пройду, даже если не вписываюсь, за это время, находясь на ОНТ, достаточно будет большое количество людей, к которым можно будет подойти и попросить поучаствовать в тех мероприятиях, которые идут. И со временем эти люди поучаствовали, к ним добавились дополнительные люди. И это такой стимул был победить, мне кажется. Это был такой огромный стимул. Ты, наверное, потому и победила и стала первой красавицей страны. Более того, мне казалось, что если на самом деле против, до сих пор не понимаю вот сам весь процесс. Я уже рассказывала о том, что я отказалась от остальных конкурсов, потому что все, что хотела от этого мероприятия, от Беларуси, в общем-то, получила. Поддержка волонтеров, поддержка звезд белорусской эстрады, поддержка, слава богу, обращаясь к руководителям организации, никто не отказывает, всегда думают, как либо сотрудники организации помогают. Обращаясь в сами организации общественные, и, кстати, одним из действий было, да, вот сейчас на экране бигборд «Защиту жизни у ее истоков», это был сознательный шаг отказаться от платных вариантов рекламы, а согласиться только на социальный формат. Юля, можно я тебе поаплодирую? Потому что, вот, знаете, отказаться от платной рекламы первой красавицы, это очень-очень сложно. Юля, вот сегодня ты занимаешься многими проектами. Сейчас вот мы видели проект против абортов. Скажи, пожалуйста, вот что для тебя самое важное из всех вот этих вот проектов? Я даже не знаю, как это назвать. Это не проект, это проект жизни, наверное, какой-то, а не просто благотворительности. Что самое важное, расскажи для тебя сегодня? Люди. Не что даже, а кто. Люди, с которыми мы вместе это делаем. Потому что без волонтеров, без поддержки, без тех, с кем получаются все мероприятия,
это, даже это не будет громко сказано, каждый человек, у которого нет поддержки единомышленников, это ноль без палочки. Не нужно этого скрывать. И пока нет поддержки, пока нет тех, на кого ты можешь положиться, все мероприятия будут постепенно сужаться, уменьшаться. Поэтому со временем тоже, слава Богу, вот правда, Божья помощь, самое важное в этом деле, получилось работать с разными организациями, с разными добровольцами, с волонтерами. Ну, я просто говорю, стала готовиться к передаче, думаю, напишу хотя бы имена, прочитаю людей, и на третьем листике просто остановилась, потому что... То есть три листа людей, которые помогают тебе... Это только те имена, которые получилось, вот они зафиксированы. Да, за время уже потеряны некоторые контакты, телефоны. Кстати, ребята, кто меня видит, пожалуйста, набирайте, у нас сейчас новые акции, будем все вместе делать. И что важно... Мы друг к другу идем волонтерами точно так же. Не обязательно везде быть организатором мероприятия. Можно просто прийти друг к другу, спросить, что у них получается, какая нужна помощь, и помочь руками, временем. Не только финансовая, кстати, помощь важна. Очень часто объем времени, потраченный на звонки, на знакомства, на взаимодействие людей. Да, и на сегодняшний день, даже перечисляя тех, с кем получилось поработать за этот год, уже прошедший, а это, кстати, новая организация МЧС, с неожиданной стороны, тоже в защиту жизни подключаются, уже были выставки, уже были беседы, уже сейчас впереди беседы с лицеистами. Вот мы их откладываем. Очень важный момент, да. Потому что это будущие мужчины, потому что это их семьи. А мы знаем, что волонтер без поддержки семьи – это человек, на которого падает двойная нагрузка. И за годы мероприятий проведенных уже мы смотрим и печальный опыт волонтерства. Когда, то есть когда им самому нужно, волонтеру нужна огромная помощь. Помощь, они об этом молчат, они продолжают делать, у них в это время идет, там, например, бракоразводный процесс, или выселяют из квартиры, которую там нет возможности снимать. Они об этом не рассказывают, они приезжают на акции. Есть просто уникальные волонтеры. Есть волонтеры, которые на мероприятия, допустим, колясочников мероприятие было, и волонтер не смог доехать напрямую на это мероприятие, оно было за городом. Он шел с другом через лес пешком. Причем он подготовился. Он приготовил от себя еще много разных продуктов, сам спек пироги. Это молодой человек. Да, очень хочется, чтобы люди между собой объединялись. Я не знаю, появится ли такой-то, какой-то проект, может, организации возьмут на себя такую нагрузку, но волонтеров нужно знакомить между собой, потому что не все могут поддержать эту деятельность, не у всех хватает сил. Спасибо, Юлия. Дорогие друзья, в настоящее время труд добровольцев действительно можно встретить везде. Волонтеры участвуют и в уборке территорий, в каких-то социальных проектах. Естественно, помогают пожилым людям, больным детям и даже бездомным животным. Куда без этого? Вот какие благотворительные проекты конкретно реализуются на Гомельщине? И как вообще наше общество относится вот к такой безвозмездной помощи? Об этом сразу после рекламы. Дорогие друзья, на «Беларусь-4» продолжается прямой эфир. Сегодня говорим о благотворительности. Очень интересно ваше мнение, как вы относитесь к благотворительности. Готовы ли вы заниматься такой деятельностью? И если да, то какой? И очень благодарна нашим зрителям, которые уже присылают свои сообщения. Вера говорит, да, готова, помогает детскому дому, всем советует. Оксана очень хочет помогать фонду какому-нибудь, но все пишет, нет времени. Оксана, нет, очень такое у вас, да, своеобразное отношение к этому. Но, в принципе, мне кажется, просто надо сесть вот так, подумать, найти время, найти фонд, найти то, что вам близко. Может быть, да, может быть так. Татьяна хочет помогать дому ребенка, где дети без мам остаются. Кто знает, возможно ли это, спрашивает Татьяна. Кто-нибудь знает, да, если так? Возможно. Расскажите, Сергей, как это можно? Это находится в Алтавина, Сари 2-1А, дом малютки. То есть, в принципе, да, там волонтеры могут... Волонтеры, да, туда приезжают. Не только вот наши волонтеры приезжают, там приезжают еще из колледжей. Волонтеры тоже помогают. То есть, Татьяна, вот, пожалуйста, реальный адрес, реальная помощь. Стас был волонтером, пишет, на чемпионате мира по футболу. Ну что ж, Стас, это тоже надо. Как без этого? Дорогие друзья, у нас конкурс. Сегодня мы разыгрываем очень интересный приз от благотворительного нашего фонда «Центр Меридиан Надежда». «Центр Меридиан Надежды». И разыгрываем еще пригласительный билет от Гомельской областной филармонии. Пригласительный билет на две персоны на новогоднее представление. Новый год, наоборот, пройдет
представление в УКЦ, в общественно-культурном центре на Ланге 17, 27, 28 и 29 декабря. И вы знаете, организаторы обещают действительно такое яркое новогоднее шоу с интерактивными играми, с ростовыми куклами. В общем, чтобы выиграть вот сейчас эти призы, надо позвонить в студию. По телефону 34 22 43 и ответить на вопрос нашего конкурса. Какое молодежное движение в Советском Союзе стало основой для волонтерской деятельности? Не спешите, подумайте, какое молодежное движение в Советском Союзе стало основой для волонтерской деятельности. Ну, ребят, теперь вот вам слово, что называется, да, вот самое что ни на есть, волонтеры, открытые сердца сегодня в нашей студии. Сергей, как гомельчане, вот учитывая ваш опыт, это же уже не один год, много лет вы занимаетесь этим, как гомельчане становятся такими добровольцами, почему они к вам приходят? Чего не хотят, ну, когда давайте приходят? Вам расскажу, как это происходит в нашем отряде. Да. У нас есть группы в социальных сетях. Через эти группы с нами связываются люди. Связываются и говорят, вы такие хорошие, помогаете детям, как бы нам тоже. Ну, войти в ваш отряд и то же самое оказать помощь. У вас есть какие-то, ну, я не знаю, не кастинги, но какие-то там, ну, нет, мы просто этих людей берем, да, приглашаем на наши акции. Они все смотрят. Одна, две акции, все. И все, он волонтер. И он уже в отряде. Кто чаще, парни? Никто не отказался. Парни или девушки? Вот кто чаще? Ну, у нас в отряде девушек больше. Серьезно? Да. Мне казалось, мужчины в основном занимаются волонтерством. Я вот на вас смотрю, вы для меня всегда ассоциируетесь, вот, да, сколько я вас знаю, вот это вот Сергей волонтер. Нет, девушек больше. Скажите, Виктория, вам пришлось многому учиться, чтобы стать волонтером? Сколько лет, кстати, вы уже этим занимаетесь? Около 2 лет. Вот пришлось что-то вот изменить в себе или, может быть, научиться чему-то, пройти какие-то курсы? Курсы нет. Люди все отзывчивые, мы приходим, новички, как бы, у нас нет такого, что ты новичок, так, тебе нужно чему-то учиться. Нет, вливаешься в компанию сразу и импровизируешь. Где-то улыбка, где-то подтанцовка, где-то шутки, где-то какой-то шуточный стишок, либо еще что-нибудь такого плана. И дети идут на контакт, дети улыбаются, было... из моих первых каких-то акций, мы переодевались в большие куклы. И у меня была роль тигры. И я просто иду, и я не понимаю, я не могу дальше идти, мне что-то мешает. Я разворачиваюсь, а меня вот такой вот маленький мальчишка за хвост тянет. На него разворачиваешься, как бы, и начинаешь с ним разговаривать, а он не понимает, откуда голос. Он думает, это тигра, это большая тигра. А это волонтер, да. Да, а этот как бы... И спасибо. Вот общаешься, улыбаешься. Спасибо. Ну, казалось бы, да, вот такое маленькое-маленькое происшествие. Действительно, посмотрите, сколько впечатлений у Виктории. Я больше чем уверена у этого маленького малыша, который вас за хвост, да, тянул. Сергей, расскажите о проектах, которые сегодня делает ваш отряд. Я думаю, проект фотосессии, вот, который мы делаем с детьми-инвалидами, об этом уже говорить смысла нету, потому что мы как делали, проводили, мы проводим сейчас. Мы напомним для тех, кто не видел. Вы устраиваете фотосессии для детей-инвалидов. Последняя была осенняя фотосессия, которую фотограф Ксения Бурель сделала все-таки для ребят. Было замечательно. Ну, а сейчас у нас проект «Новогодняя сказка». Так. В этом проекте уже, кстати, было 2 акции. Первая была с хоккейным клубом «Гомель-2». Когда дети играют в хоккей. Дети-инвалиды играют в хоккей. Все нет. Правильно? Не так? Хоккейный клуб «Гомель-2» пригласил нас на матч, на самих детей-инвалидов. С ними были еще дети волонтеров. Они организовали такую поддержку клубу, что в итоге пришлось даже хоккеистам сделать фотосессию с этими детьми. Ну и потом на следующий день, 3 числа, мы провели тоже еще одну акцию, за что спасибо Рябченко Елене Леоновне. Она нам предоставила помещение. И, ну, 3 декабря, это как получается, что это Всемирный день инвалида. Да. И вот для детей там были и аквагрим, и аниматоры, и боулинг. Короче, ну, не передать то, что там дети ощущали. Ну, я посмотрю, сколько счастья вы ощущаете, когда об этом рассказываете. Это тоже дорогого стоит. Ну, это просто надо видеть глаза детей. А вообще, вот как, вот скажите, как наше общество, вот как люди относятся к волонтерам сегодня? Ну, наверняка приходилось, ну, разные мнения слышать в свой адрес. Никогда не было никакого нет, такого? Нет, у нас ничем не сталкивались. Мы делаем то, что мы можем сделать. Даже вот 2 месяца мы помучились, когда женщину, которая была в немецком концлагере, вот, ну, ее положили все-таки в госпиталь. 2 месяца мы мучились, уже через депутатов обращались, через администрацию. Но мы добились своего. Но именно вы этого добились? Да. Именно они этого добились? Именно волонтеры. Юля, в твоей вот волонтерской биографии были случаи, когда, ну, с непониманием относятся люди к тому, что ты делаешь? Когда тебе друзья, знакомые, может, родители говорят, Юля, зачем тебе это? И не раз. То есть это, все это приходилось выслушивать? Скажем так...
Чаще всего, если человек задает такой вопрос, можно подвести его к беседе, а почему он задает такой вопрос. Потому что, как правило, это скептика, как правило, это какой-то негатив. Начинаешь общаться с человеком, просишь его хотя бы раз поприсутствовать. И если человеку интересно, он один раз приходит, вот как только что и было сказано, один раз приходит, участвует дальше. Но есть еще вторая сторона. Люди сомневаются. Сомневаются в волонтерах. Я думаю, причина тому первая. Очень много сборов происходит бесконтрольно. Так. Группы в Вайбере. Благотворительные счета, которые люди, то есть, понимают четко, что этот сбор будет продолжаться дальше, но результата не будет. Поэтому очень важно во всех мероприятиях обязательно показать результат. Даже если не успевается показать. То есть, например, прошла Понятно. Организованная елка, собрано 787 подарков. Организован сбор там, средств, например, да, ну, конкретное лицо, конкретный человек. Максимально прозрачно родители ребенка или на взрослых, кстати, реже, да. показывают счета. Да. Спасибо, Юля. Кстати, вот, когда я говорил про Шопинский концерт, у меня тоже была своя теория, то есть по поводу того, что люди перестали доверять в полной мере, то есть либо организаторам концертов, либо мероприятий, потому что действительно некоторые злоупотребляют, даже неправильно сказал, ну, просто, да, результаты, видят, то есть не оглашают, то есть сколько, какая сумма была собрана с концерта либо мероприятия, то есть они не говорят о том, куда она была потрачена, то есть и кому то помогло. То есть нет определенного контроля, результаты. И поэтому это людей пугает. Да, ну что ж, у нас даже далее в программе будет небольшая статистика, является ли это важным для решения человека, жертвовать или нет, но это чуть позже. У нас есть телефонный звонок от телезрителя. Напоминаю, что у нас объявлен конкурс, нужно ответить на вопрос, какое молодежное движение в Советском Союзе стало основой для волонтерской деятельности. Ну, послушаем. Вдруг это правильный ответ. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте познакомимся с вами. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Виктория. Виктория, скажите, вы имеете какое-нибудь отношение к благотворительности, волонтерскому движению? Добрые дела какие-нибудь делаете, кому-то помогаете? Ну, я думаю, что каждый человек в своей жизни сделал хотя бы одно доброе дело. Ну, и я не исключение. А вот мы тогда вам аплодируем, вот эти аплодисменты для вас. Спасибо. Ну, теперь я предлагаю вам поучаствовать в конкурсе. Сегодня разыгрываем, напомню, приз от Центра «Меридиан Надежды» и приз от Гомельской областной филармонии, пригласительный билет на две персоны на новогоднее представление «Новый год наоборот». Итак, чтобы его выиграть, нужно ответить на вопрос конкурса. Какое молодежное движение в Советском Союзе стало основой для волонтерской деятельности? Есть у вас вариант какой-нибудь? Вот вы знаете, я всю программу думаю, сначала думала, что это «Пионерия», но потом вспомнила нашего Гайдара. И все-таки, скорее всего, я склонюсь к тому, что это Тимуровское движение. Конечно, вы правильно ответили на вопрос. Мы вас поздравляем. Вы наш победитель. Спасибо большое. Дорогие друзья, напоминаю, что на Беларусь-4 в прямом эфире программа «Добрый вечер, Гомель». И сегодня мы говорим о благотворительности. Очень интересно, готовы ли вы заниматься благотворительностью и какой. Кстати, 8 декабря социально-благотворительный центр «Меридиан Надежды» проводит благотворительный фестиваль. Ирина Павловна, вот расскажите нам про это мероприятие. В чем его особенность? Его особенность в том, что... Немножко вернусь назад. Так. Это уже пятый благотворительный фестиваль, который проводит Центр «Меридиан Надежды». Центру «Меридиан Надежды» уже 5 лет. То есть мы организация с историей. И все фестивали, которые проводились ранее, они проходили в плане информации. То есть это были информационные, информативные мероприятия, фестивали. В прошлом году мы решили провести такой небольшой эксперимент и попробовали собрать деньги во время проведения такого фестиваля. И нам это удалось. Благодаря нашим отзывчивым зрителям, нашим друзьям. А деньги для чего собирали? Деньги мы собирали. Значит, мы работаем с онкодиспансером, и наше подшефное отделение – маммология. Ну, так сложилось исторически, что мы работаем именно с этим отделением. И мы собирали деньги для того, чтобы оказать посильную помощь отделению маммологии. Нам это удалось. А это что-то были куплены какие-то предметы или это просто деньги вы передавали? Нет, нет, деньги мы не передавали. По договоренности с руководством онкодиспансера мы закупили необходимую сантехнику, так. плитку и помогли оборудовать душевые комнаты в отделении маммологии. То есть это был наш такой совместный проект. Вот здесь вы должны последовать аплодисменты бурные.
А скажите, пожалуйста, Ирина Павловна, а вот на мероприятии, которое состоится в Гомеле 8 декабря, вот на этом благотворительном концерте, вот какова цель его в этом году? Мы хотим продолжить эту хорошую традицию, так. Это доброе дело, и сделать еще один такой же новогодний подарок нашему подшефному отделению. С помощью, опять же, наших артистов, волонтеров, гостей нашего фестиваля. И я немножко прорекламирую. Так. У нас будет беспроигрышная лотерея. Каждый, кто принимает участие в этой лотерее, покупает билет и получает, обязательно получает выигрыш. Выигрыши чудесные, призы замечательные. Очень много спонсоров выступили. Этот раз поддержать наше мероприятие. Не могу их полностью называть. Это все можно зайти на нашу страничку и посмотреть, кто выступил спонсором. Я знаю, что одни из основных участников этого мероприятия — это ремесленники наши гомельские. Ремесленники будут представлять свои товары. Но кроме ремесленников еще масса других организаций, которые тоже выступили спонсорами. Поэтому... приглашаю. Все спасибо. Приглашаю. Спасибо. Но все-таки нас интересует очень вопрос. Вот Виталий затронул эту тему. Юля, нас очень интересует вопрос. Как собираются денежные средства на подобных благотворительных концертах? Это какие-то скорбоночки, ящички, какие-то счета специально вы организовываете? Вот как? Расскажите нам. Как собираются на других мероприятиях, я вам не скажу. Я вам скажу, как собираются у нас. У нас существует короб определенный, куда вносятся вклады, туда ремесленники могут свои денежки вносить, туда опускают денежки все гости нашего фестиваля, туда же пойдут деньги от беспроигрышной лотереи. Все это будет... комиссии принято. Обязательно будет присутствовать представитель городского центра культуры, который помогает нам организовать это мероприятие, за что я хочу очень поблагодарить администрацию городского центра культуры. Все это будет проходить под камеру, запись под камеру. И эти средства будут приняты на наш расчетный счет, и уже после того, когда мы определим, что конкретно нужно для диспансера, мы закупим это и передадим актам передачи, договорам, то есть все абсолютно прозрачно. Спасибо большое. Вот сейчас сразу после телефонного звонка мы продолжим эту тему. Очень хочется вот узнать мнение главврача нашего онкодиспансера. Но пока есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться и разговаривать. Меня зовут Герасим. Здравствуйте, Герасим. Хочу поздравить волонтеров гомельских с праздником. И для них хочу маленькое стихотворение. Где бы ни был ты, любой дали, даже если на краю земли, и жди и верь, они придут, поверьте. Волонтеры утоляют жажду сердца сердцем. Тяжело сегодня обездоленным без них. Они как солнце, как родниковая вода. Я поздравляю волонтеров молодых и желаю им милосердия всегда. Спасибо. Удачи вам. Спасибо, Герасим, спасибо большое. Мы присоединяемся все к поздравлениям. И вот хотелось бы узнать, Дмитрий Михайлович, вообще-то единичный случай вот подобной помощи вашему учреждению? Или все-таки гомельский онкодиспансер активно сотрудничает с благотворительными организациями, с волонтерами? Нет, это не единичный случай. Мы активно сотрудничаем как с Центром Меридиан Надежды, так же и с гомельским отделением Белорусского Красного Креста, так и с другими организациями. Также... свое содействие и волонтерскую помощь оказывают просто физические лица. Так, за этот год денежной эквиваленте оказано уже более 12 тысяч белорусских рублей на помощь, на оформление быта, скажем, наших пациентов. Поэтому и с каждым годом, скажем, процесс этот увеличивается, и все больше желающих людей появляется, которых желают оказать помощь. Ну, дело в том, что действительно, вот ваши пациенты, они же особые люди, да? Да. Здесь как бы вот не просто, здесь нужна колоссальная, кроме лечебной, колоссальная другая еще поддержка. Насколько вот вы идете навстречу людям, которые вот обычные люди, хотят вот предложить вам помощь? Насколько сегодня получается с ними сотрудничать? С обычными людьми, к сожалению, желающих помочь, их больше, чем те, которые помогают. Как действительно вот говорили в студии, люди не знают, куда пойдут эти деньги, они боятся их жертвовать. Это часть людей. Другая часть просто не знает, куда кому пожертвовать. Нужно? Да.
Кому нужна помощь? Кому нужна помощь? Вот для этого сегодня мы собрались в этой студии, чтобы, да, рассказать, какие проекты существуют и, в принципе, да, насколько они эффективны. А как вы вообще считаете, важен, вот насколько важен вклад вот, добровольцев, фондов в сфере вот именно здравоохранения сегодня? Очень важно. Да? Это самая сложная отрасль, да, здравоохранения. Для сведения, у нас сейчас на учете врачей-онкологов состоит более 50 тысяч онкобольных. Представьте, здравоохранение самостоятельно не сможет, скажем, оказать им должную психологическую помощь. Вот для этих целей нам нужны общественные благотворительные организации, которые оказывают вот, центр «Меридиан надежды». Мы начали сотрудничать 5 лет назад, и все началось с психологической помощи, которая оказывалась пациентам, потому что врачи практикующие, они не справлялись с оказанием этой психологической помощи. Дальше у каждого психолога тоже должен быть психолог. Врачи начали эмоционально выгорать, поэтому помощь понадобилась нашим врачам. И центр «Меридиан надежды» проводил уже тренинги с нашими врачами, сотрудниками с целью профилактики эмоционального выгорания. У вас есть такая возможность сегодня вот сказать спасибо? Да, да, я хочу поблагодарить всех волонтеров, всех людей, которые помогают оказывать помощь нашим пациентам. Большое вам спасибо, и вы на правильном пути. Спасибо. Ну что ж, я хочу продолжить данные статистики. По мнению населения нашей страны, самый удобный способ жертвовать деньги – это передавать их лично, так считают белорусы. При этом большинство жителей нашей страны уверены в том, что можно помогать больше, и они готовы помогать больше, когда вырастут доходы и когда будет точная уверенность, что деньги пойдут по назначению. Вообще вопрос очень спорный, вопрос очень актуальный. Как это все проконтролировать? Сегодня, согласитесь, самыми распространенными стали объявления о сборе средств на лечение людей с тяжелыми заболеваниями. Как фонды действительно помогают больным детям, например? Кто контролирует, вот, что деньги, которые были собраны на лечение, пойдут именно на эти цели? Расскажет прямо сейчас в прямом эфире директор Международного благотворительного фонда помощи детям «Шанс». У нас на связи Наталья Маханько. Дело в том, что фонд находится в Минске, но помогает детям и родителям по всей стране. И вот у нас сейчас на связи город Минск. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер. Вас беспокоит телеканал «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». Ведущая Наталья Волынец. Вы знаете, сегодня международный, вот этот замечательный праздник, Международный день добровольцев. И мы хотим вот все поздравить вашу организацию. Эти аплодисменты для вас. Спасибо, спасибо большое. Очень приятно. Наталья, скажите, пожалуйста, часто ли ваш фонд обращаются жители нашего гомельского региона за помощью? Ну, действительно, мы очень часто работаем с просьбами родителей, которые обращаются к нам за помощью. Но по статистике это такое же количество приблизительно деток, которым мы оказываем из других областей. Например, из почти 900 наших подопечных, которым мы уже оказали помощь, 110 деток – это жители Гомеля и Гомельской области. И это дети различного возраста, и ребята с различными диагнозами, к сожалению, сюда входят и онкологические заболевания, и нарушения слуха, и артриты. Ну, то есть такой вот, к сожалению, весь перечень заболеваний, которым оказывает фонд помощь. Наталья, скажите, пожалуйста, вот какую конкретную помощь может оказать сегодня фонд, Международный фонд «Шанс» детям и их родителям, и в каких случаях, в принципе, надо обращаться к вам, а в каких не надо? Вот если можно, может быть, не совсем корректно, но такой вот вопрос. Ну, мы всегда оказываем помощь в случае, если высокотехнологичная помощь больнице на сегодняшний день не может быть оказана, либо не может быть оплачена за счет бюджетных средств. Понятно. Это может быть как приобретение дорогих лекарственных средств, которые назначены врачами. Это может быть приобретение оборудования, медицинского оборудования для того, чтобы ребенок не находился в больнице, а мог быть со своими родителями дома. Это оплата операций за пределами Республики Беларусь. Потому что, к сожалению, иногда требуются такие операции, когда есть 1-2 центра в мире, которые специализируются на данном виде заболеваний. И дети со всего мира едут в эти центры.
Спасибо. Наталья, скажите, пожалуйста, вот людям, которые вот все-таки жертвуют свои деньги, всегда хочется знать, что эти деньги, эти средства пойдут именно на те цели, на которые были заявлены. Вот расскажите нам, как вообще контролируется этот процесс, вот, например, в вашем фонде? Ну, во-первых, есть несколько организаций, в том числе государственные, которые контролируют деятельность нашего фонда. Например, это налоговая инспекция, это департамент по гуманитарной деятельности при управлении делами президента Республики Беларусь в случае, если к нам в страну поступает валюта, иностранная помощь. И каждый год наш фонд заказывает аудиторскую проверку. Ну и, безусловно, ну, наверное, самыми главными контролерами нашими это являются все-таки те люди, которые оказывают помощь. И я всегда говорю, что не нужно стесняться проверять, куда пошли ваши деньги. Не нужно стесняться звонить и спрашивать отчеты о деятельности как фондов, так и о сборе средств родителями. Потому что, ну, если вы хотите просто себе приятное сделать, я сейчас обращаюсь, наверное, к каждому благотворителю, так, вы можете пожертвовать и забыть. А если вы все-таки хотите помочь конкретно ребенку, я считаю, что это, ну, не страшно спрашивать отчет о целевом использовании денежных средств. Спасибо, Наталья, спасибо вам большое. Мы вас поздравляем еще раз с праздником. Хорошего вечера. Дорогие друзья, у нас на связи был Минск. Вот о деятельности благотворительного фонда помощи детям «Шанс» рассказала директор этого фонда. Благодаря участию вот таких неравнодушных людей благотворительность набирает обороты. И вы знаете, мероприятия подобные проходят в течение всего года. Но вот в преддверии новогодних праздников они, конечно же, приобретают особое значение. О новогодних благотворительных акциях на Гомельщине сразу после рекламы. Звезда горит и людям дарит свет. Здесь музыка звучит и вариантов нет. Тут праздник, кругом голова. Возьми с собой друзей, она придет сюда, ты будешь рядом с ней. Всех собирает нас, и в дверь стучится. Этот день горят глаза друзей, и счастье дарит. Этот день, веришь ты, и сбудутся они. Все заветные желания. Сложно, ты поверь, и сбудется мечта, ведь ей открыта дверь. Всех собирает нас, и в дверь стучится. Этот день горят глаза друзей, и счастье дарит. Этот день, в этот день. Все заветные желания.
дорогие друзья, на Беларусь 4 прямой эфир. Вот только что в программе «Добрый вечер, Гомель» в прямом эфире состоялась премьера нового клипа Виталия Сычева. Виталий, эти аплодисменты еще раз дам. Для тебя, вообще, я так понимаю, это да. новогодний подарок всем гомельчанам, потому что вот это вот все наше такое родное, да. родные лица, родные, ну не просторы, но, скажем так, родные здания, наверное, было приятно, да, действительно, в родном городе? Действительно, снимался клип в родном городе, и огромная благодарность всем, кто снялся в клипе, это тоже гомельчане, вот, и отдельная благодарность клипмейкеру и постановщику-режиссеру Сергею Чернику. Но вот что касается поздравления, клип и песня, в принципе, задумывались как праздничные, вот, поэтому оно такое атмосферное. Получился. И это не только поздравление с новогодними и рождественскими праздниками гомельчан, но это скорее и всю нашу республику, жителей нашей замечательной страны и, конечно же, жителей всего земного шара, я бы хотел сказать, потому что премьера, кстати, в Америке состоится совсем скоро на Pulse TV. Премьера этой песни. Этого клипа. Этого клипа, дорогие друзья. И песни. Но меня радует, что она состоялась на премьере все-таки в нашей программе. Вообще, такие песни, мне кажется, не помогают людям жить, творить, заниматься добрыми делами. Радостные песни. Скажи, вот тебе часто поступают предложения поучаствовать в благотворительных концертах? Безусловно, поступают такие предложения. И как ты реагируешь на такие предложения? Только откровенно. И в меру возможностей моих, то есть, скорее, связанных со временем, то есть, да, потому что я достаточно занят, скажем, съемками и в принципе, концертами, я соглашаюсь, да, принимать участие в таких мероприятиях. Но это, кстати, характерно вообще, в принципе, артистам, и хорошо, что благотворительные фонды и организаторы и организации приглашают артистов принимать участие в подобных мероприятиях, и они с радостью соглашаются. У тебя есть домашние питомцы? Да, у меня кот есть любимый. Серьезно? Том зовут. А как ты вообще, вот, когда видишь на улице брошенных животных, ты как вообще поступаешь? Ой, и могу подкормить. Ну, правда. Но душа болит, если ты такой. Я, честно говоря, редко вижу вообще, то есть животных, хотя вижу все же, да? Но редко, поскольку я постоянно передвигаюсь на транспорте. Вот. Но когда есть такая возможность, да, я покормлю, поддержу. У меня есть знакомые, которые, все в принципе, шансы. Поддерживают животных. Виталий, все шансы у тебя стать волонтером зообщества, которое у нас сейчас на связи. Дорогие друзья, напоминаю, сегодня говорим о благотворительности. У нас на связи руководитель Гомельского зоодвижения «Подари им шанс» Светлана Лапо. Светлана, добрый вечер. Добрый вечер. Да, это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4», ведущая Наталья Волынец. Сегодня в нашей студии много волонтеров. Сегодня вот мы хотим тоже поздравить вашу организацию с Международным днем добровольцев. Эти аплодисменты для всех вас. Расскажите, пожалуйста, Светлана, кто помогает сегодня, вот, скажем так, с помощью вашей организации, вот, бездомным животным? Кто это? Кто эти люди? Я скажу так, что волонтерское движение создавалось более 9 лет назад, так и раньше это было в основном молодежь, школьники, студенты. Но у нас есть и пенсионеры, которые очень активные люди, которые помогают на протяжении очень многих лет, за что мы им благодарны очень. Светлана, расскажите о ближайших проектах, акциях. Я знаю, у вас постоянно огромное количество всяческих мероприятий, где вы подключаете гомельчан. Что в ближайшее время у вас планируется? Можете пригласить, пользуясь случаем, вот сейчас зрители нашей программы. Абсолютно верно. Я хочу рассказать о наших новогодних проектах. Так. Более 6 лет мы посещаем дома-интернаты для престарелых инвалидов. Таких интернатов у нас трое под нашим кураторством. Каждый год мы собираем, благодаря нашим неравнодушным гражданам, нашим гомельчанам, через соцсети мы собираем финансовую помощь для того, чтобы закупить сладости. Мы ездим туда с нашими четвероногими друзьями, с котами, с собаками, делаем праздничную программу, делаем сладкие сувениры. То есть мы делаем маленький такой праздник для тех людей, у которых нет родственников, которые обделены немножко вниманием. Мы стараемся уделить им внимание вот именно вот в эти новогодние рождественские праздники. И нас, хочу сказать, что с каждым годом становится все больше и больше. Пользуясь случаем, я приглашаю всех неравнодушных людей подключиться к нам, потому что финансовая помощь для нас очень актуальна сейчас. Вот как раз 15 и 23 декабря наши поездки состоятся, поэтому еще есть время для того, чтобы сделать доброе дело. Спасибо. Светлана, у вас есть еще возможность поздравить всех волонтеров с праздником? Да. Я с радостью хочу воспользоваться этой возможностью. Хочу сказать огромное спасибо всем добровольцам, не только зоозащитникам, а всем людям, которые занимаются добрыми делами. Я хочу пожелать мира, счастья, добра вам и вашим близким.
творите добро, оно к вам обязательно вернется. Спасибо. Светлана, спасибо. С праздником вас. Хорошего вечера. Дорогие друзья, сегодня говорим о благотворительности. Есть очень интересное сообщение от наших зрителей. Я не могу их не зачитать. Татьяна говорит, что она постоянно делает платные звонки на лечение детей. Ирина сообщает, что она не считает, что творить благие дела удел только богатых. Это надо всем нам. Прям вот кричит Ирина. Кирилл написал тоже интересное сообщение. Если человек просит, значит он нуждается. Значит ему надо помочь. Я ничего никогда не проверяю. А как бы вы поступили, если бы к вам на улице подошел человек и попросил вообще денег? Ко мне часто подходят люди, так, особенно вот они встречаются на автомобильных стоянках, возле торговых центров. Предоставляют какое-то письмо, что нужны деньги на операцию. Вам, врачу, знаю, который... Да. Я спрашиваю, а какая операция вам нужна? Они говорят, такая-то, такая вот нужна такая сумма. Я говорю, у нас в Беларуси эти операции делаются бесплатно. Они говорят, а мы не белорусы, мы граждане Украины. Я говорю, даже для украинца эта операция все равно стоит меньше. Есть у нас организация «Красный крест», которая может помочь и сделать вам операцию бесплатно. То есть вы подходите очень конструктивно. Вы не даете деньги, а вы направляете человека, да, за конкретной помощью в определенную организацию. Совершенно верно. Человек разворачивается и уходит. Соответственно, это мошенник, скорее всего. Поэтому нужно взвешенно подходить. И я считаю, что деньги все-таки, если жертвовать, то нужно через официальные фонды. Спасибо. Спасибо большое. Есть сообщение от Олега. Он помогает соседям малоимущим, написал Олег. Илья считает, что помогать нужно. Вопрос, как и кому. Вот, наверное, в продолжение, да. Я подаяние не подаю, пишет Илья. А вот крышу отремонтировать или забор соседям в деревне поправить бесплатно всегда, пожалуйста. Илья, аплодисменты. Аплодисменты для вас. Да, дорогие друзья, вы знаете, спасибо за эти сообщения. Кстати, в эти выходные, 8 декабря, у всех вас, дорогие наши зрители, есть возможность помочь еще и бездомным животным. В Гомельском городском культурном центре состоится серия, такое оригинальное мероприятие, серия танцевальных, благотворительных мастер-классов в помощь Гомельскому обществу по защите животных «Доброта». Подробности узнаем у организатора мероприятия. У нас на телефонной связи Татьяна Кудрай. Это руководитель студии современного танца STEM. Татьяна, добрый вечер. Да, здравствуйте. Здравствуйте, это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Очень заинтересовались мы вашим мероприятием. Расскажите о проекте, почему вдруг хореографы и танцоры Гомеля решили помочь бездомным животным? Я сама являюсь руководителем танцевальной студии, и у нас в прошлом году появилась такая идея, почему бы нам не объединиться всем руководителям разных направлений, разных студий и сделать что-то действительно полезное, что-то действительно нужное. Вот. И наша акция в прошлом году прошла очень успешно. Мы смогли собрать довольно очень крупную сумму. И в этом году мы решили повториться, также привлекли другие направления, других хореографов. И в этом году, надеемся, пройдет все так же замечательно. То есть прийти на это мероприятие могут люди, которые хотят научиться танцевать и готовы при этом как бы пожертвовать деньги для благотворительного зообщества. Я правильно все понимаю? Главное, что вы их научите танцевать. Это также огромная возможность попробовать себя в различных направлениях. Много кто себя находит, просто придя, посмотрев по направлениям, попробовать себя. Люди остаются, приходят в студии и находят себя, занимаются, продолжают также развиваться. Спасибо. Также приходят некоторые люди, которые просто хотят поддержать акцию, приходят, стоит коробка доброты, куда каждый может положить что-то от себя, корм, там, какие-то медикаменты. Вот, то есть, в принципе, даже участвовать не обязательно, можно просто прийти поддержать данное мероприятие. А, то есть, понятно, можно принести корм для животных и посмотреть, как танцуют другие. Я все правильно понимаю? Да, все верно, и хорошо с пользой провести время, познакомиться с другими ребятами. Ну, на самом деле, это очень здорово, очень весело проходит, все друг друга поддерживают. Это невероятно хорошая атмосфера там. Спасибо. Татьяна, напомните нам еще раз, когда и где состоятся благотворительные танцевальные мастер-классы в Гомеле? Классы пройдут 8 декабря, это в эту субботу, с часу дня по улице Ильинская, 16, это городской центр культуры, на 4 этаже, кабинет 418. Спасибо большое, хорошего вам вечера, с праздником вам, вас. Спасибо. Ребята, не хотите сходить на танцевальные мастер-классы, а? Заодно и, да, и животным помочь, и танцы разучить, как вам такая идея? Сергей, меня концерт. Ребята, 8 числа у меня концерт. Я думаю, желающих найдется очень много. Юль, я думаю, вы со своими детьми
А я как раз-таки не про танцы. Вот сейчас коснулись темы. Не могу не сказать о том, что я являюсь сотрудником самого крупного банка страны. Могу называть Беларусьбанк. Конечно, да, это Беларусьбанк, да. Ну, по совместительству, там же председатель женсовета, но не в этом вопрос. Вот я сейчас послушала по поводу сборов средств, и очень важно. Мы, например, перенаправили полностью взгляд коллектива, ведутся большие сборы, большие крупные суммы. Вы сейчас говорите про корпоративную волонтерскую Да, я сейчас говорю про корпоративную волонтерскую деятельность, и, допустим, у нас происходит процесс взглядом вовнутрь. То есть, собирая средства сотрудников, добровольные взносы, они происходят постоянно. 3 раза в год только крупные сборы. Это наши дети, акция у всех вместе. Это день защиты детей, это день знаний. И кроме этого, если у сотрудников есть внутри потребность у самих детей сотрудников. Вот. Вот мне кажется, сейчас очень важно отметить всем организациям, что нельзя допустить, чтобы сотрудник данной организации внешне обращался за помощью до того, как ему поможет сама организация. То есть подшефные учреждения, помощь ветеранам, помощь детям, помощь животным – это, безусловно, важно. Ну, мне кажется, каждая организация сегодня такая работа ведется. Ну, в первую очередь, своим. Юлия, спасибо. А скажите, пожалуйста, какие новогодние мероприятия планируете вы? И можете вот заодно проанонсировать и пригласить, может быть, вам помощь нужна какая-то, вот, пользуясь эфиром. Что впереди? Безусловно, волонтеры нужны, но так как, слава богу, подключаются те волонтеры, которые уже действуют, вот я оставлю все контактные данные, но если можно, я сейчас назову то направление, где очень не хватает волонтеров. Да. Очень не хватает. Безусловно, по елкам мы рады видеть, слышать. Это помощь, мы обсуждали сегодня разные направления, кризисное консультирование. Очень необычная форма деятельности, где добровольно люди беседуют, встречаются с женщинами в трудной ситуации, беременности, с теми женщинами, которые не знают им, как им быть дальше, и не знают, стоит ли сохранять эту беременность. Так вот, очень нужны, не хватает добровольцев. Это организация, это я могу называть организацию, да? Это «Мама лето», конечно. Это фонд спасения младенцев. Могу оставить отдельный список организаций, где очень не хватает. Люди обучаемы, люди проходят консультирование, можно пройти семинар и получить сертификат для того, чтобы беседовать с людьми. Но это удивительное направление, от которого появляются новые жизни, потом оказывается помощь тем самым новым жизням, которые уже появились и бегут в школу, в садик. И, в принципе, таким консультантом может быть стать любой, который пройдет подобное обучение. Я правильно Да, это понимаете? Сложно. Сразу скажу, это сложный отдельный процесс, потому что нужно ждать времени, пока узнаешь решение женщины. Это не сразу выясняется. Еще раз назовите эти организации. Это организация «Мама лето». Фонд спасения младенцев «Мама лето». Можно обратиться в любое медицинское учреждение, работающее с женщинами. Подскажут дату проведения консультации. Безусловно, как уже говорила, волонтерами сами по себе являются врачи, сами по себе являются учителями. Педагогический состав любого учреждения, беседы ведет со студентами внутри себя, внутри с коллективами. Спасибо, дорогие друзья. Можно обратиться и уточнить, куда именно. Это к той форме. Волнуюсь на эти темы. Деньги отдельно. Мы можем контролировать расходование средств внутри организации. То есть разные, совершенно разные формы помощи. Есть вот о чем мы хотели, в принципе, сегодня рассказать. А второе, есть формы помощи без денег. И иногда это даже помогает экономить огромные суммы и помогать людям. Особенно в тех случаях, когда люди недоверчиво относятся к каким-то пожертвованиям. Сергей, я знаю, что ваши волонтеры, вашего отряда «Открытые сердца», они тоже приготовили какие-то новогоднюю, какую-то там безумную акцию. Можно в двух словах, или это сюрприз? Нет, это не сюрприз. Это 29 декабря. Это вообще-то акция для детей с микрорайона Сельмашевский. А почему только Сельмаш решили? Ну, потому что Гомсельмаш, да? Да, потому что Гомсельмаш – это предприятие, и при поддержке администрации работников это будет проходить. Получается, что 29 декабря к нам приезжает настоящий Дед Мороз и Снегурочка. Настоящий, дорогие друзья. Да, настоящий. Это все для детей. И в это время он будет проходить по нашему микрорайону Сельмашевский. Любой ребенок может подойти к нему, рассказать стихотворение, спеть песенку новогоднюю. И за это получит либо сладкий приз, либо игрушку. Спасибо. Спасибо большое. Ирина Павловна, вы знаете, есть сообщение от Антона. По-моему, оно для вас. Хочу помочь фонду «Меридиан надежды». Как это сделать, спрашивает Антон. По телефону можно позвонить. 29-691-14-19. Будем рады помощи. И вообще, на самом деле, в социальных сетях все очень легко найти «Меридиан надежды». Да. А как вы считаете, вот, что посоветуете нашим зрителям, которые вот хотят помочь, но вот не знают как? Нужно обращаться в организации, которые занимаются благотворительностью, и всем желающим помогут найти и выбрать направление. Спасибо большое. Дорогие друзья,
На самом деле, вот согласитесь, я даже для себя сделала вывод, каждый человек, любой человек, было бы желание, да, вот может сделать что-то, что действительно сделает вот мир вокруг нас, как бы это ни звучало пафосно, он так и есть. Мир вокруг нас вот как-то лучше, наверное, и добрее. Вот, так что вы не ждите, а может быть, действительно тоже начинайте. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. Всем добра. И, конечно же, еще раз поздравляем волонтеров с праздником. До новых встреч в прямом эфире. Всем миром понемножку, по маленьким крупицам проложим мы дорожку к счастливым детским лицам. Ведь каждый может просто тепло дарить ребенку, рассказывать о звездах, смеяться вместе звонко. Пусть станет меньше грусти на планете. Давайте помнить, всех важнее дети. Поступки твои, границы добра расширяя, в маршрутах земли от самого края до края. И сердце внутри делами благими сияет, лучи нам дари, как крылья твои вырастают.